Продолжать ругать меня, пока зарядка не сядет. Тебя не заботит здоровье? И не перебивай. Дзясинь. Дзясинь, слышишь меня? Дзясинь. Что за звук? Дзясинь. Что случилось? Ответь. Алло. Наставник. Мать моей ученицы принесла свечу. У нас видеозвонок. Ты могла бы сообщать, куда уходишь, и не пугать меня? Похоже, у тебя все нормально. Я не жалуюсь. Намного лучше, чем у вас. Всякий раз, когда приходят новые пациенты и требуются дополнительные койки, почему вы считаете, что я не справляюсь? Да, ты удивительная, потрясающая, согласен. Дзясинь. А давай поженимся. Когда вернешься? Телефон выключился. Она услышала? Скажи, дядя Джа, я хочу видеть Сянлань. Только после этого я дам ответ, который он желает. Дядя Джа. Я хочу побыть с Сянлань наедине. Ладно. Сянлань. Ты пришел. Пришел. Помоги мне, Вэньчжао. Помоги, пожалуйста. Я не могу его забыть. Я не могу забыть Сяо Шаня, совсем не могу. Моя жизнь полна боли. Моя жизнь жалкая. Дай Сянлань. Мне просто умереть. Сянлань. Я Джоу Сяошань. Я твой Сяошань. Почему ты не позволяешь мне умереть? Боль уйдет, когда я умру. Я не забуду его, если не умру. Дай мне просто умереть. Сяолань. Я Джоу Сяошань. Я твой Сяошань. Посмотри на меня. Я Джоу Сяошань. Ты что, не узнаешь меня? Ты Джоу Сяошань. Это я. Почему ты пришел так поздно? Почему навещаешь меня только сейчас? Прости меня. Я опоздал. Тебе надо уйти, иначе они убьют тебя. Уходи! Уходи! Сянлань, в этот раз я не сдамся. Я не отдам им план О. Не отдам формулу. Я уже совершил много ошибок. Пора остановиться. Я пришел, чтобы попрощаться. Но они убили многих. Включая твою маму. Я сказала, что не могу. Они хотели заткнуть мне рот. Сянлань, что ты сказала? Кто это убил мою маму? Не убивайте меня! Сянлань, не убивайте меня! Посмотри на меня. Говори. Ты сказал, что ты Сяошань. Да. Но ты лжец! Говори. Вы всегда Сянлань. Убиваете людей! Вы всегда убиваете людей! Сянлань, говори! Оставьте меня в покое!
Посмотри на меня, кто убил мою маму? Пожалуйста, немедленно уйдите. Кто убил ее? Пожалуйста, меня, не убивайте. Сан-Лан, кто это был? Выйдите отсюда. Не убивайте, пожалуйста, не убивайте меня. Не убивайте. Все хорошо. Сяошань, ты принял решение? Едем. Сяошань, твой ответ. Сянлайн сказала, что видела, как вы убили мою маму. Она сошла с ума. Не стоит верить ей. Зачем? Зачем вы это сделали? Я же сказал, она безумна. Как она сошла с ума? Спроси себя. Она отчаянно любит тебя. Это ты причинил ей боль. И твоя мать умерла из-за тебя. Вы чудовище. Опусти нож. Сяошань, давай лучше поговорим. Давайте. Зачем вы убили мою маму? Теперь правду уже не скрыть. Хорошо, я скажу. Мой сын еще молод. Он заслуживает жизни. Вы не можете заставить его вечно идти по этому пути. Жить? Я приложил немало сил. Он не заслуживает права на нормальную жизнь. Я заплачу любую цену, какую только скажете. Я сделаю все, что пожелаете. Пожалуйста, пожалуйста, отпустите Сяошаня. Думаешь, это хорошо для Сяошаня? Слушай, в этом мире слабая добыча сильных. Чтобы жить хорошо, он должен быть сильным. И для своего лучшего будущего он должен остаться у меня. Господин Джа, я хочу поблагодарить вас за оплату обучения Сяошаня. Но как родители... Все мы надеемся, что наши дети будут жить в мире и спокойствии. Я знаю, что не могу переубедить вас. Однако, я могу повлиять на своего сына. Ты не можешь вот так приходить и уходить. К тому же, если отпущу тебя, как я могу быть уверен, что ты не предашь меня? У стен тоже есть уши. Вы собираетесь убить меня? Только мертвым я могу доверять. Тетя! 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 Спаси Сяошаня! Тетя! Спаси Сяошаня! Тетя! Папа! Ты убил мать Сяошаня! Сянлань, ты... У тебя депрессия. Тебе показалось. Прими лекарство. Давай, иди. Лекарство. Какое лекарство мне нужно принять, чтобы забыть, что ты убил человека? Заткнись. Я твой отец. Я расскажу Джоу Сяошаню. Я все расскажу Джоу Сяошаню. Похоже, ты не просто в депрессии. По-моему, ты абсолютно безумна. Сын! Ты убил человека. Отвези ее. Ты убийца. В санаторий. Ты убийца. Завтра же, рано утром. Ты убил человека. Нужно вылечить ее. Да. Я не сумасшедшая! Пошли. Я не сумасшедшая! Я не сумасшедшая! За что? За что? Моя мама не виновата! Почему вы убили ее? Ради тебя! Заткнись! Джаджи Цай, я собираюсь отомстить за убийство мамы! Опусти свой нож! Если я умру сегодня, Цзянин умрет завтра! Если не веришь, попробуй! Джаджи Цай! Сяошань, любовь – это бремя и твоя слабость. Смирись с этим. Тебе нужно стать сильнее.
Ну же. Убей меня. Это легко. Отомстишь за убийство своей мамы? Давай. Вперед. Убей! Убей меня! Пожалуйста, не трогайте Цзянин. Ты что, не убьешь меня? Мне жаль. Не трогайте Цзянин. Сяошань, я очень разочарован. Я очень разочарован в тебе. Как дела? Почему сейчас звонишь мне? Дзясень телефон сломала? Не вижу тебя. Наставник, пожалуйста, перестань говорить. Послушай меня. Хорошо, говори. Я ведь не говорила тебе лично, что ты мне нравишься, да? Хорошо. Хочешь сказать сейчас? Даже если не скажешь. Наставник, я всегда думала, что моя жизнь длинная. Я все еще молода. У меня еще есть много времени, чтобы понять, кто мне нравится и чего я хочу в этой жизни. Дзясинь, что случилось? Дай посмотреть на тебя. Дзясинь, что с твоим лицом? С тобой что-то случилось? Наставник, может быть, я... Может быть, я больше вас не увижу. О чем ты говоришь? Я должна сказать, я раньше всегда задавалась вопросом, люблю ли я вас. Теперь до конца моей жизни я знаю... Ты? Я понимаю, что... Я люблю. Я люблю тебя. Я больше не смогу угощать тебя завтраком. Дзясинь! Цинь, мы узнали? Подожди, что-то случилось. Дзясинь в беде? В деревне, где работает Дзясинь, произошел оползень. 50 тысяч кубометров. Многие земли погребены. Шестеро пропавших. Дзясинь в одном из фермерских домов. Ты что? Я найду ее. В разрушенной деревне сейчас идут спасательные работы. Отпусти меня! Что ты сделаешь? Отпусти, я найду ее! Цинь-бинь! Деревня погребена. Ты должен быть готов. К чему это готов? Я только что говорил с ней по телефону. Она в порядке. Я найду ее. Успокойся. Приди в себя. Что бы ни случилось, медицинский работник не может уйти без разрешения. Это твои слова. Ты переживаешь. Но пойдя туда сейчас, думаешь, найдешь ее? Ты в курсе, что можешь все испортить? Что мне делать? Что мне делать? Скажи мне, черт возьми, что мне делать? Я же говорила ей, не езжай туда. А она все равно поехала. Я просил не ехать. Я сказал, ты девушка. Ты закончила школу. Ты не можешь жить там. Но она настояла на своем. Это...
Доктор Цянь, позвоните в зону бедствия еще раз. Чего бы это ни стоило, пожалуйста, спасите Дзясинь. Я связывался с ними час назад. Только починили коммуникации. Если будем часто звонить, могут быть помехи в телефонной связи. Просто позвоните им еще раз. Алло? Вы нашли ее? Хорошо, я понял. Они нашли ее. Ну что? Они нашли Дзясинь? Да, они нашли ее. Но... Но что? Говорите уже! Пожалуйста, расскажите нам. Она получила серьезную травму. Состояние критическое. Это все из-за тебя. Хватит. Если бы не ты, Дзясинь не порвала бы Сяо Е. Успокойтесь. И не захотела бы уехать в такую пожалуйста, даль. Пожалуйста, успокойтесь, тетя, возьмите себя в руки. Верни мне, Дзясинь. Тетя, успокойтесь, пожалуйста. Верни мне мою тетя. Дочь. Удзе. Удзе, спокойно. Хватит, хватит, хватит. Доктор Цянь. Я привезу Дзясинь сюда для лечения. Я надеюсь, что вы используете лучшие медицинские ресурсы. Я заплачу. Конечно, конечно. Наша больница связалась с авиакомпанией. Дзясинь скоро привезут сюда, не переживайте. Хорошо. Хорошо. Дзянин, не накручивай себя. Мы приложили все усилия, чтобы вернуть Дзясинь. Здесь она получит лучшее лечение. Это моя вина. Если бы я не продолжал говорить, что она была слишком инфантильной, она... С ней бы такого не случилось. Это не твоя вина, а моя. Я плохая сестра. Я вечно ее критикую. Я была за границей много лет. И никогда не оставалась с ней надолго. Как ты думаешь, она... Нет, нет, нет. Нет, с ней все будет хорошо. Не накручивай себя. Да. Ты сегодня ничего не ела, и я принесу еды. Возвращайся к нам. Поешь.
Ты умрешь с голоду, если не будешь есть. Брат, зачем ты сделал это ради женщины? Ты забыл, зачем ты взялся за это дело? Дядя Джо обещал тебе, как только выполнишь задание, он освободит тебя. Тебе просто нужно отдать формулу плану, и ты свободен. Между тобой и свободой всего один шаг, почему ты не сделаешь его? Молли, ты такая наивная. С самого начала Джаджи Цай не думал освободить меня, чтобы заставить меня работать на него. Он убил мою мать и свел с ума свою дочь. Он просто монстр. Все еще хочешь говорить этого имени? Да. Дядя Джа действительно монстр. Он даже хуже, чем монстр. Но почему он это сделал? Потому что ты нужен ему, он не может потерять тебя. Почему ты так смотришь на меня? Молли, у меня вопрос. Если бы у тебя был шанс сделать выбор, ты бы выбрала свою нынешнюю жизнь? Или жизнь Цюцзясинь? Нет никакого «если». У нас нет выбора. Ты выберешь жизнь Цюцзясинь и будешь обычной, но счастливой девушкой. Верно? Да, действительно, я ей завидую. Завидую Цюцзясиню, которая нормальная семья и которая растет со своими родителями. Но в моей жизни нет выбора. Ошибаешься. Ты всегда можешь выбрать и можешь действовать, пока осмелишься сопротивляться. Сопротивление. Сопротивление может только убить меня. Другого результата не будет. Да. Молли, послушай. Я больше не буду поступать плохо. И оставшись таким, мир не станет от этого хуже. Даже если я умру, понимаешь? Этот мир не станет хуже из-за моей смерти. Брат, если бы ты не встретил Цюцзянин, ты бы не был таким. И ты бы никогда не сказал ничего подобного. Верно. Благодаря Цюцзянин я смог понять, что в этом мире, кроме зла, есть и добро. Ты безнадежен. Она не дышит. Дыхательная трубка. И смерти показатели. Надо все проверить. У пациента замедленная реакция на свет. Зафиксируйте. Возможно, травма позвонков. Грудная клетка повреждена. Возможно, переломы ребер. Замедленная реакция на свет. Грудная клетка повреждена. Давление 80-60. Возможно, еще травма. Анализ крови. Полное обследование. Сделайте КТ головы, шейных позвонков и грудной клетки. Нужен полный анализ. Как она? Что с ней? Состояние тяжелое. Ясно. Папа. Заявление. Цзясинь сейчас нельзя в другую больницу. Да, господин Цю. Она может получить здесь хорошее лечение. Да. Я позволил лечить ее, но она в отделении интенсивной терапии. В ужасном состоянии. Как я могу вам доверять? Сменим больницу. Папа. Простите. Разве твои извинения помогут ей? Цзясинь очнулась. Зайдите к ней. Осторожнее, осторожнее. Цзясинь. Цзясинь. Доченька. Доченька. Мама. Цзясинь, я здесь. Мама здесь. Я здесь. Молчи. Мама, мне больно. Молчи. Молчи. Осторожно. Тетя. Тетя. Держите ее.
Успокой Дзясинь. Очень больно. Я уже спрашивал врачей, они сказали, ты поправишься. Наставник, мне очень жаль. Не извиняйся. Дзясинь, пожалуйста, не говори. Побереги свои силы. Может быть, я не смогу выжить. Хватит, не неси чушь. Дзясинь, ты должна быть храброй. Ты ведь тоже врач. И знаешь, насколько важна для тебя сила воли. Поверь мне, я спросил врачей, ты поправишься. Наставник, не лгите мне. Я знаю свое состояние. Я не лгу тебе. Ты должна держаться, понимаешь? Наставник, спасибо. Но я действительно не могу. Я не могу. Цю Дзясинь, тебе не позволено так говорить. Ты должна жить, понимаешь? Дзясинь, очнись, доктор, Дзясинь, останься со мной, Дзясинь, ты слышишь меня, Дзясинь, доктор Цинь, уйдите, Дзясинь, выйдите, держись, Дзясинь. Как Дзясинь? Ей тяжело. Что с ее мамой? Все в порядке. Доктор, как она? В безопасности. Но нужно быть готовыми. У нее много родственников? По возможности скажите им. Что вы имеете в виду? Доктор Цинь, мы сделали все. Но я не уверен. Теперь все зависит лишь от нее. Дзянин. Дзясинь, останься со мной, Дзясинь. Я знаю, это больно, но, пожалуйста, держись. Мы все знаем, что ты в опасности спасла много людей. Ты хорошо справилась. Я горжусь тобой. Дзясинь, держись. Ты поехала помогать в деревню, чтобы стать лучшим человеком, верно? Ты сделала это. Так что ты не должна сдаваться, понимаешь? Иначе все твои усилия будут бесполезны. Сестра, мне так больно. Я не могу терпеть. Я знаю. Я знаю, что это больно. Дзясинь. Пожалуйста, держись. Я верю, что ты сможешь выздороветь. Я верю, что Циньбинь вылечит тебя. Я верю в тебя. Иначе он не сможет найти такую девушку, как ты. Верно? Если это не работает, то можешь ругать Циньбиня, когда тебе больно. Да, ругай меня. Ругай. Он часто ругал тебя раньше. Теперь ты можешь отругать его как следует. Пожалуйста, держись. Мы здесь с тобой. Пожалуйста. Не оставляй меня. Мы будем здесь, пока ты не поправишься. Дзясинь, ты так напугала меня. Ты никуда больше не поедешь. Оставайся дома, поняла? Я вижу тебя, лежащей на больничной койке. Если с тобой что-то случится плохое, как я могу жить без тебя? Мама, ты можешь немного помолчать? Теперь ты думаешь, что я многословна? Если бы ты слушала меня, ты бы была сейчас в таком состоянии. Посмотри на себя. Ты будешь сожалеть. Дзянин,
Спасибо тебе. Спасибо за что? Когда мы все уже были в отчаянии, именно ты помогла Дзясинь верить. Моя сестра очень боится боли. Однако, пока она чувствует боль, это означает, что она все еще жива. Да, ты боишься прививок, но ты хорошо критикуешь других. Недавно ты был благодарен мне, а теперь смеешься. Кстати, Джоу Сяошаня уже нет полмесяца. Интересно, как он? Ничего не произошло. То есть... Цинбинь, я чувствую себя немного странно. Почти все сообщения, что он посылал тебе, простые и односложные. Да. Не похоже на него. Может быть, его держат в плену? Он не намекал тебе? Но я думаю, что здесь замешан дядя Джа. Если дядя Джа и правда это сделал, почему он скрывается от тебя? Может быть, дядя Джа знает какую-то его тайну и поэтому пригрозил ему. Но я уже виделась с дядей Джа раньше. И я знаю все о прошлом Джоу Сяошаня. Не знаю, что еще может быть скрыто. Есть еще одна вещь. В офисе сказали, что когда была ежегодная проверка оборудования, они обнаружили, что кондиционер в общежитии сломан. Джоу Сяошань раньше жил там. Поэтому подумали, что этот Джоу Сяошань сломал кондиционер специально, чтобы добраться до меня, вскоре после того, как он переехал. Хочешь сказать, он специально сломал кондиционер? Ему это не свойственно. Интересно, почему это? Когда я узнала его ближе, то почувствовала, что он странный и таинственный. Я всегда подозревала его и проверяла, но ничего не нашла. Дзянин, есть кое-что, о чем он тебе не сказал. Но позаботься о Дзянин, если я не вернусь. Что-то случилось? Если Бог сможет меня простить и дать мне второй шанс, я не подведу Дзянин. То есть ты говоришь, он знал об опасности, прежде чем уехать? Но что это за опасность? Ты в порядке? Это еще не все. Забудь о нем, пойдем. Ты задала мне вопрос. Я могу ответить. Вообще-то... Сяошань. Может быть, есть кто-то, кто знает. Господин Жуань, Цю Цзянин. Здравствуйте. Как ваши дела? Господин Жуань. Насчет Джоу Сяошаня. Я хочу у вас кое о чем спросить. Можно спросить его напрямую. Но после того, как он уехал, я не могу с ним связаться. Правда? Это очень плохо. Господин Жуань. Джоу Сяошань что-то скрывает от меня? Я не уверен. Вы встретились со мной для того, чтобы рассказать какой-то секрет Джоу Сяошаня? Это просто оправдание. Не может быть. У Джоу Сяошаня должно быть есть секрет, которого я не знаю. Иначе в ту ночь он не сказал бы, что умрет. Господин Жуань, о чем вы говорили с Джоу Сяошанем наедине в тот вечер? О нем, о вас, о Сян Лань. Есть что-то, что я не могу знать. Госпожа Цю, это наше с ним личное дело. Я не хочу вторгаться в вашу частную жизнь. Просто Джоу Сяошань уехал несколько дней назад, и не могу с ним связаться, и я очень беспокоюсь о нем. Могли бы вы помочь мне? Я лишь могу сказать, что он еще жив. Госпожа Цю, господин Жуань себя плохо чувствует.
он не может говорить. Сяо Шань, твой секрет будет раскрыт. Джоу Сяо Шань, должно быть, он что-то скрывает от меня, я уверена. Дзянин, теперь единственное, что мы можем сделать, это ждать. Я не верю, что человек может пропасть безо всякой веской причины. Может быть, Сяо Шань свяжется с тобой. Верь ему, он любит тебя и не посмеет оставить тебя одну. До завершения расследования лучше лишний раз не нервничать. С ним все в порядке. Верь ему. Алло, Джоу Сяо Шань. Госпожа Цю, надеюсь, у вас все хорошо. Господин Джа. Да. Почему у вас телефон Джоу Сяо Шаня? Где он? Вы знаете, почему Сяо Шань долгое время не связывался с вами? Он вас больше не любит. Я вам не верю. Попросите его сказать мне об этом напрямую. С самого начала... Вы понятия не имели о том, кто он. Человек, что вы видели, фальшивый. Он солгал вам. Вы ничего не знаете о настоящей личности Сяо Шаня. Что вы имеете в виду? Хотите знать, кто такой Сяо Шань? Или почему он хотел с вами познакомиться? Приезжайте и узнайте. Ну как? Дядя Джа, она приедет? Она осмелится приехать сюда? Приедет. Она храбрая женщина. Я понял, когда увидел ее. Цюцзянин, я жду. Сяо Шань, ты не можешь вот так продолжать. Ты потеряешь силы, если не начнешь есть. А обессилев, как ты спасешь Цюцзянин? Ты? Что ты сказал? Цюцзянин. Ты не сказала? Ну, госпожа Цю, она так беспокоится о тебе. После того, как она поговорила со мной по телефону, она решила приехать. Джа-Джи-Цай! Не будь таким. Она не имеет к этому отношения. Сяо Шань, спокойно. Через час самолет Цюцзянин приземлится. Тебе лучше подумать, как потом объяснить все Цюцзянин. Цюцзянин. 闭上眼睛